Друзья, всем привет! Лада Веста, 16 тысяч пробегу, автомобиль новый. Пробуем, короче, по городу в городском режиме. У нас вон там 70 километров. В спокойном городском режиме будем ездить. И за 100 километров посмотрим, сколько у нас будет расходу. Может быть, больше, за 200 километров. Посмотрим расходу бензина на сотню. Будем спокойненько кататься, плавненько. Здесь у нас все сброшено. Проверяем. Проехал без 2,5 километров 100 километров по городу. Чисто по городу. Аккуратная езда. Ну, так, более-менее. Притаптывать где-то приходилось. Тапку в пол. Так, что у нас вышло? 9 литров на 100 километров. Было 70 километров, сейчас у нас 170 почти что. То есть почти ровно 100 километров. То есть по городу у нас расход вышел 9 литров. И смотрим, что у нас за это время было израсходовано. 8,7 литров. То есть, в принципе, почти совпадает. То есть по городу идет на 100 километров расход 8,7 где-то. Ну, в районе 9 литров. Вот это городской режим на 100 километров в городе Челябинске. Так вот выходит на Весте.